родители заработали. Ой, ну ты туда обязательно рисоваться надо. Так почему туда рисоваться? Конечно, есть. А еще продают наушники за 100 крон. Одеваешь их. А, кстати, а что ты наушники не отдал до сих пор? Я взял, я их забыл. Я опять хотел протестировать. Все. Прям,
хорошо. Холодное какое-то обувь. Потому что он стоял. Она мой уже надела. Пані визнаницу чекати. Говорю, йо-йо, на той еспресо. Она то латте. Ага, то я то латте. Я говорю, клін себе, блядь, не порт себе выходные. Гадит, ты за мной еще идти. Вообще. Ну я уже хотела. Я хотела уже идти. Она меня опередила. Я стояла так в метре. Там зеленки светятся? Светятся. А моргает? Да. Короче, не получится у меня, наверное, очки возвращать, но это все 24 месяца. Дело не в том, что возвращать, это не Зая, это пипец, это, понимаешь, как, это конструктивная ошибка, это не ты, это не гарантия, это ничего, это... Росса за руки 24 месяца от презенти. Ну, правильно, но это, на это никто не мог повлиять, на то, что произошло внутри. Но это уже же не 24 месяца даже прошло, а 2 года прошло. А 24 месяца это не 2 года? Да. Но мы говорим не о той заруке, которая там что-то сломалась, это, а это вообще, блин. Пойду, Осип, поеду с голосами. Это вырома, это не продукт, не качественный в том плане, что он даже после того времени, это если ты сейчас, знаешь, как вот там повредила что-то там или это, а это вообще виновата, пипец. Заказы, да? То суп не принесут.